Компания начисляет деньги каждый день. Каждый день вы получаете деньги, и то, что вы заработали сегодня, то ваше уже сегодня. То есть вы можете уже выводить. И выводите вы на карту, либо свою, либо которую вам предоставляет компания. Никаких подводных там кошельков и так далее, ничего нет. Все очень официально. Итак, компенсационный план компании Exus имеет 4 плана выплат. 4 плана. Первое – это план вечных продаж, то, что вы можете продавать. Да? Второе – это план распределения прибыли. Третий – план разделения капитала. И четвертое – это план командных продаж. Итак, план личных продаж. Что это такое? Все, что вы продаете вашим прямым клиентам, а также все покупки, которые эти прямые клиенты делают впоследствии. Да, все привлеченные люди по вашей реферальной ссылке, независимо от того, стали они вашими партнерами или остались просто клиентами, каждый раз за их покупку вы будете получать 10%. 10% от суммы их покупки. Так, чтобы понимать, сколько же выплачивает компания, да, посмотрите на этот слайд. Компания платит до 70% всех. И делятся эти 70% следующим образом. Всего 30% компания оставляет на свое развитие, на рекламу, на прочие нужды, на оплату сотрудников и так далее. 35% выплачиваются по плану командных продаж. И 35% выплачиваются по плану разделения прибыли. И сейчас мы посмотрим, что такое план разделения прибыли. Каждый день, каждый партнер компании зарабатывает свою рекламу, свои рекламные кредиты. Для этого он просматривает минимально 25 сайтов на платформе «Ротатор». Для того, чтобы партнер мог получать деньги по плану разделения прибыли каждый день, ему необходимо иметь набор консультанта, да, зарегистрироваться в компании, иметь набор консультанта за 59,95, иметь ежемесячную активность в зависимости от статуса. Он должен обязательно поставить рекламный сайт на платформу. Это может быть его сайт или это может быть сайт его клиента. Здесь компания никого не ограничивает. И партнер должен просматривать каждый день без выходных минимум 25 реклам. 25 реклам по 30 секунд в день – это всего лишь 12-15 минут. Вот за такие простые действия, да, за такие простые условия компания каждый день начисляет вам деньги. И это 35% от ее глобальной прибыли. Поехали дальше. Обратите внимание, что по плану разделения прибыли мы зарабатываем не за то, что мы смотрим рекламу. Реклама – это наша активность, это наш заработок рекламы, да, в том числе. Заработок начисляется в соответствии с долевым участием. Когда мы приобретаем у компании рекламный пакет, мы получаем вот эти пункты долевого участия. И в соответствии с количеством этих пунктов мы получаем ежедневную прибыль. Здесь я хочу привести небольшой пример. Сколько же... старый слайд еще, извините, я его как-то пропустила. Сколько же может зарабатывать, цифры условные, да, потому что компания сегодня заработала 1 000 000, завтра 10, и, соответственно, 35% от этих денег она отдаст именно по этому плану. Но цифры здесь достаточно условные, приблизительные, но мы можем как-то от них отталкиваться. Итак, смотрите, консультант с пакетом 559,95 может зарабатывать в среднем от 1,5 до 3 долларов в день. До 3 долларов в день. А консультант с пакетом уже 1059,95, уже 3,6 долларов в день. И консультант с пакетом 2059,95 долларов уже зарабатывает от 5,5 до 12 долларов в день. А данные статусы за 5 тысяч, за 10 тысяч 6 июля уже не действуют в компании. Но здесь вы можете посмотреть, как с ростом ваших статусов будет повышаться ваша прибыль только по этому плану, да, только при выполнении этих нехитрых условий. Итак, в статусе платинум пока еще.
еще, да, пока еще в таком статусе, вы будете получать от 15 до 25 долларов в день. И в статусе Diamond вы будете получать от 25 долларов до 50 в день. Я думаю, с этими цифрами понятно. Еще раз хочу повторить, что эти цифры условные. Извините. Так, да. Понимая, что чем выше пакет, да, тем выше ваше долевое участие, каждый партнер задается вопросом, как же я могу увеличить это долевое участие. Ну, согласитесь, посмотрев 25 сайтов в день, получать каждый день деньги, ну, совершенно не дурно. Вот есть несколько способов, как повысить ваше долевое участие в компании. Один из этих способов, в общем-то, обязательный, это репокупка. Итак, репокупка может стоять, да, можно выставить свою репокупку от 50 до 100%. При этом компания вам начисляет еще бонусные пункты долевого участия, да, как вы видите на слайде. С 1 августа ситуация немножко изменится. То есть вы также выставляете свою репокупку уже от 0 до 100%. В соответствии с этим, собственно, и начисляются там ваши проценты, бонусные начисления, но появляется условие, что с 1 августа репокупка должна быть не менее определенной суммы для каждого статуса. Да, на слайде вы видите, собственно, те деньги, которые нужно, необходимо потратить минимально консультанту, менеджеру, региональному менеджеру и так далее. В данном случае я уже обновила название статусов. Вторая возможность повысить свое долевое участие – это покупка обновленных пакетов. Это замечательная возможность. Те, кто хочет очень быстро и сразу много, да, зарабатывать по этому плану выплат, то он может ежемесячно докупать от 100 долларов до 3000 пакеты, наращивая свое долевое участие, соответственно, и зарабатывая с каждым днем все больше и больше. Вот, кстати, пример того, как растут начисления. Да, партнер зашел на 559,95 и получал, ну, 1,5 доллара. Да. Потом через какое-то время он докупил пакет еще 500 и стал получать 2 доллара 88, ну, почти 3. Далее он докупил еще пакет, это 4,5, и еще пакет и стал получать 6,64,65. Да? Третья возможность увеличить свою долю участия – это построение сети партнеров. Это возможность, в принципе, зарабатывать огромные деньги в компании. Но также это вот возможность сразу увеличить свое долевое участие. Да, это для тех людей, которые, наверное, не хотят вкладывать много, но хотят получать много. Вот, пожалуйста, стройте сеть, получайте ваши дивиденды. Итак, третий план – это план разделения капитала, клуб учредителей. Как вы знаете, или если не знаете, то я сейчас расскажу, то участвовать в плане распределения капитала может каждый партнер компании, который купил пакеты в сумме не менее 2000. Это первое обязательное условие. Остальные условия вы можете поискать на YouTube, в принципе, в вашем бэк-офисе, опять же, можете найти, да, условия на квалификацию в клуб учредителей. Что дает эта квалификация? Участвуя в клубе учредителей, вы зарабатываете по итогам года начисление на ваш трастовый счет. Деньги с этого трастового счета вывести вы не можете пока, до поры до времени, но компания объявила о том, что она планирует выйти на биржу. Это процесс длительный, занимает порядка 5 лет. Соответственно, к 2018 году мы ждем этого радостного события, но до 2018 года вы уже можете получать хорошие деньги на покупку акций, на покупку акций компании. План квалификации в клуб учредителей выставляется компанией ежегодно. Да? Как же это выглядит? Выглядит примерно так. То есть, кроме того, что вы получаете, приглашая партнеров, получаете по плану личных продаж 10%, да, также вы еще получаете дополнительные проценты в соответствии с объемом продаж, которые, кстати, и
учитываются в распределении капитала. Капитал распределяется, собственно, следующим образом. Вот смотрите, в 2012 году компания заработала 98 миллионов. Из этих 98 миллионов 15% ушло на выплату на трастовый фонд участников. В 2013 году уже это было 350 миллионов. Соответственно, 15% от этой суммы, простите, 250 миллионов, ошибка, 15% от этой суммы ушли в трастовый фонд участников. Прогнозируемый доход на 2014 год – это 1 миллиард долларов США. Это совершенно реальный план, реальная цель для компании. И в этом году точно так же 15% от прибыли компании распределяться между участниками клуба. Это совершенно хорошие, огромные деньги. Да? И вот если мы вернемся к следующему слайду, соответственно, вы увидите, что от этих 15% прибыль будет делиться следующим образом. Чем больше объем лично вы сделаете, тем больше вы получите, тем больше процентов вам начислится на трастовый фонд, на трастовый счет. Итак, мы перешли к самому интересному, это командные вознаграждения, это, собственно, и есть сам маркетинг компании, где, в общем-то, все партнеры зарабатывают действительно очень хорошие деньги, да, те, кто работает, те, кто строит свою команду. Итак, вы можете иметь более 8 способов заработка по плану командных вознаграждений. Это и комиссионные с продаж, и уровневые бонусы, лидерские бонусы, президентский бонус, бонус бесконечности, роялти бонус или королевский, да, бонус за рекомендацию и лаптоп бонус и другие бонусы. Мы сейчас подробненько их рассмотрим. Итак, обращаю ваше внимание, что консультанты Access Marketing зарабатывают более 1 миллиона долларов в год. Более. Хочу как бы предвосхитить события и сказать, что минимальный чек Black Diamond, да, за максимальный чек Black Diamond за прошлый год составил более 5 миллионов. Да, это не считая отдельных других статусов. И придя в компанию, купив пакет, вы можете сразу начать зарабатывать 50, 100, 500, 1000 и даже более долларов в день. Как это получается? Базовый план компании, план выплат, шестиуровневый. То есть вы можете получать сразу с 6 уровней, построив команду. Далее идут лидерские бонусы. Чем выше вы поднимаетесь по статусу, тем больше процентов глубины вы получаете. Да? Так, например, региональный менеджер, или на сегодня это платина, получает дополнительно еще 1% 7 уровня. Национальный менеджер или Diamond, да, как сегодня, получает еще по 1% уже 7-8 уровня. Международный руководитель также, и у международного руководителя еще включается дополнительно 1% президентский бонус, и Infinity начинается с 7 по 10 уровень. И самый замечательный статус, к которому все мы стремимся, это международный директор или Black Diamond Ambassador. Black Diamond Ambassador получает еще 1%, он зарабатывает так же, как Blue Diamond или международный руководитель, но получает еще дополнительно роялти бонус или 1% на всю глубину до 3 генераций Black Diamond, да, или международных директоров. Это совершенно невероятные деньги. Но это все проценты. Давайте потихонечку переходить все-таки к цифрам. На стартовый бонус, фаст-старт-бонус. Фаст-старт-бонус равняется 5% и выплачивается вместе с бонусом прямых продаж. Да, так в бэк-офисе вы увидите сразу начисление 15%. И обратите внимание, что продав пакет, да, как только вы сделали продажу пакета в первый уровень, вы сразу же тут же получили свои начисления. Так, продав пакет на 500 долларов, вы можете заработать сразу единоразово 75 долларов. На 1150 долларов и на 2300 долларов.
Следующий вид бонуса – это лаптоп-бонус или бонус на ноутбук. Компания таким образом поощряет консультантов для покупки какого-нибудь гаджета или чего-то еще. В принципе, компания так назвала этот бонус, но она не ограничивает вас, да, в трате этих денег. А чтобы заработать, чтобы иметь возможность заработать этот бонус, ваш пакет должен быть 2000, и в первые 60 дней от покупки пакета консультанта вы совершили продаж в сумме на 10 тысяч в самом первом уровне. И вот смотрите небольшой пример. Как только вы совершили эти продажи, например, вы продали 10 пакетов менеджеров, да, по 2, ой, 10, простите, 5 пакетов менеджеров по 2 тысячи. Вы сразу заработали бонус быстрого старта, бонус прямых продаж и дополнительно получили лаптоп-бонус. Таким образом, за первые 60 дней вы уже сразу окупили свой пакет. Это минимально, это только по верхам, да, по верхушкам бонуса. И следующие бонусы – это акции, промо какие-то объявленные компании и автомобильный бонус. У компании был автомобильный бонус, на какое-то время она его отменяла, и вот снова с прошлого года компания восстановила автомобильный бонус и дарит автомобили Mercedes своим лучшим участникам. Так, на конференции в Лас-Вегасе ключи от этих Mercedes'ов были подарены как раз партнерам. Также, выполняя разные акции, вы можете посещать бесплатно любые мероприятия в любой точке мира с расселением, питанием, программой и так далее. Итак, что нужно сделать, чтобы получать командные вознаграждения? Вы должны купить и иметь активным пакет «Консультант Кид» за 59,95. То есть, купив ровно через год, вы должны его снова обновить, да, и тогда он будет активным. Оплатить выбранный пакет от 500 до 2000 долларов. Делать просмотр минимально 25 реклам каждый день. Иметь активный API в соответствии с вашим статусом. И иметь репокупку в размере не менее 50%. Это условия, актуальные до 1 августа. Что нужно будет сделать, чтобы получать командные вознаграждения с 1 августа? Да, чтобы вы были, так сказать, подготовлены и вооружены. Также нужно иметь активным пакет «Консультант Кит». Оплатить выбранный пакет от 500 до 2000 долларов, делать просмотр 25 реклам, иметь активный API ежемесячно в соответствии со статусом, а также вы должны иметь ежедневную покупку не ниже установленной по статусу. Здесь вот в двух словах немножко подробнее. То есть если раньше у вас обязательной была репокупка 50%, то с 1 августа никаких обязательств по репокупке у вас нет. Но если вы хотите получать бонусы от команды в соответствии со статусом, вам необходимо делать определенные покупки. Мы рассмотрим это на следующем слайде. А также для того, чтобы получать вознаграждение от команды с 1 августа, необходимо соблюдать ограничения по количеству iCredit. И об этом сейчас тоже немножко подробнее. Итак, ежедневная покупка, вступающая в силу с 1 августа. Каждому партнеру необходимо иметь минимальный объем личных продаж. Вот консультанту 2, менеджеру 3 и так далее. Так вот здесь хочу обратить ваше внимание. Так как нет ограничений по репокупке, вы можете выставить ее хоть 0, да, и выводить все ваши деньги. Вы можете поставить ее 100%, это тоже ваше право, и постоянно пополнять свой баланс долевого участия. Но ваша покупка должна быть не менее 2 долларов. Дальше вы уже будете смотреть, насколько вам это выгодно или нет. Да? Я рекомендую лично оставить репокупку не менее 60%. В случае, если у вас доходы гораздо выше, чем необходимый минимум. Или поставить на 100, да, если вы хотите дальше зарабатывать от структуры. Или оставить на 100 для того, чтобы повышать свой iPoint баланс. Итак, дальше. Обязательно нужно обратить внимание на ограничение количества iCredit. В
Вы видите, какому статусу какое количество аккредит необходимо иметь. Максимальная цифра. Потому что, если вы превысите количество допустимых на вашем балансе аккредит, вы не сможете делать репокупку. Если вы не сможете делать репокупку, вы не сможете зарабатывать от структуры. Вот и все. И как только вы понизите ваш баланс, как только у консультанта станет 10 тысяч аккредит и так далее, вы снова сможете делать репокупку и также зарабатывать. Поэтому очень внимательно следите за вашим балансом аккредит. Итак, мы говорили о больших процентах, там проценты, все это здорово, но все-таки хочется о цифрах. Все-таки хочется показать, сколько вы можете зарабатывать. Опять же, я хочу обратить ваше внимание на то, что эти цифры самые минимальные, которые могут быть, да, потому что я считала, я как бы не калькулятор, и, в общем-то, считала, исходя из самых простых условий, да, задачи. Итак, смотрите, если мы говорим про репокупку, давайте отталкиваться от того, что каждый менеджер ежемесячно делает 3 доллара репокупку. Вот у него есть обязательство делать 3 доллара, и вот-вот он делает 3 доллара репокупку каждый день. Что вы можете зарабатывать от его репокупки? Вы тоже менеджеры, вы тоже делаете минимум 3 в день, минимум 3 доллара в день или 50% у вас стоит, это не важно. Так вот, смотрите, в сумме со всех уровней вы в день можете зарабатывать самый минимум, это 98 долларов 91 цент. То есть 100 долларов в день. Неплохо. Опять же повторяю, что это минимальная цифра. Потому что построив такую команду, я дальше покажу рост статусов, построив такую команду, вы просто технически не можете находиться в статусе менеджера или в статусе гол, так же, как и ваша команда, которая под вас строится. Соответственно, деньги будут совершенно другие, или покупки, соответственно, тоже. Итак, доход от AP команды тоже достаточно условный, поэтому это самый минимум, который я смогла посчитать. Да, если предположим, что вы менеджер и вся ваша структура менеджера, то каждый партнер в вашей команде делает AP20 каждый месяц. Каждый месяц он покупает пакет. Таким образом, в месяц вы можете минимально зарабатывать 659 долларов. Просто потому, что вы построили команду, и ваша команда тоже строит команду, хочет зарабатывать и делает вот эту репокупку. А какую репокупку нужно сделать, вы здесь видите, да, консультант делает 10 или 100 долларов, менеджер 20, региональный менеджер 30, национальный менеджер 40, международный руководитель 50 и международный директор или Black Diamond амбассадор делает 100 долларов. Итак, как же растут ваши статусы, да? А также заработок только от прямых продаж и стартового бонуса. И стартовых бонусов, да, и приглашений в глубине вашей команды. Так правильнее сказать. Итак, ваш статус Gold или менеджер. И вы пригласили 3 человека. Почему я говорю все время про 3 человека? Потому что это тот минимум, который позволит вам достичь самых высоких статусов компании. Всего 3 человека, и вы можете достичь там, Black Diamond Ambassador 3 уровня. Поэтому, естественно, в примерах 3 человека. Итак, вы пригласили 3 и заработали 900 долларов. Далее ваши 3 пригласили также по 3. И вы уже поднялись в статусе до регионального менеджера или платина. Дальше их 3 пригласили по 3. И вы уже поднялись в статусе до национального менеджера или даймонда. Очень простая дубликация, очень простая, 3 человека, каждый приглашает по 3. И смотрите, буквально за 6 месяцев при простой дубликации, если выполнять нехитрые действия, конечно, это идеальная схема, конечно, кто-то пригласит одного, а кто-то 5, и все будет немножко иначе. Но при таком простом примере вы можете зарабатывать за первые 6 месяцев, да, 66 240, это только по... Только за приглашение. Только за приглашение. И здесь я хочу привести пример командных начислений. Да? Итак, смотрите, вот вырезки, так сказать, скриншоты
одного кабинета. Итак, в мае, да, в мае 2014-го человек зарабатывал порядка $150 в день. И уже в июне человек зарабатывает совершенно другие деньги. Да, вы можете видеть. Пожалуйста, стройте команду и получайте совершенно достойные деньги. И почему же мы стремимся к статусу Black Diamond? Ну, я думаю, что на этом примере, в общем, эта загадка стала отгадкой. То есть, это кабинет, это чек за один день, 20 тысяч получает партнер. 20 тысяч в день, я думаю, совершенно неплохо. Более того, я скажу, что я знаю другие бэк-офисы, где партнеры получают гораздо больше $20 000 в день. К этому, ребята, стоит стремиться. Как это делать, я рассказала. Да, очень простая дубликация. 3 на 3 на 3. Как же повышать статусы? Очень просто. Да, мы сказали уже о том, поговорили уже о том, что для самых верхних статусов необходимо иметь 3 партнера в первом уровне. Итак, менеджер Gold. Чтобы стать менеджером Gold, да, нужно пригласить 2 партнеров в статусе консультант. Стать и поддерживать, да, потому что сегодня купить пакет за 2000 в Gold, через 3 месяца ваш статус упадет, если вы не пригласили 2 консультантов, да, если вы не выполнили условия. Для того, чтобы повысить свой статус до регионального менеджера или Platinum Executive, вам необходимо иметь в первом уровне 2 менеджеров Gold, да, и 1 консультанта на пакет 500 и выше. Для того, чтобы стать национальным менеджером, соответственно, вам нужно 2 региональных менеджера в первом уровне и 1 менеджера. Для того, чтобы повысить свой уровень до международного руководителя или Blue Diamond, вам необходимо в первом уровне 2 национальных менеджера и региональный менеджер. Для того, чтобы стать международным директором, пожалуйста, 2 международных руководителя и 1 национальный менеджер. Соответственно, ниже вы видите ваш EP, да, соответствующий статус. Но есть один небольшой секрет, да. Не каждый человек может найти сегодня 2000, хотя на практика показывает, да, что если человеку интересно, он обязательно эти деньги найдет, и так и со мной было. Поэтому, но все-таки, у человека нет денег, но ему очень нравится, ему очень хочется. Так как же можно начать с минимума? Да очень просто. Для начала нужно купить пакет «Консультант Кит» за $59.95. После приобретения пакета, так как консультант в тот же день должен оплатить свой IP, он покупает не IP-10, а IP-100. И так он делает 5 месяцев. Да? Так он делает 5 месяцев. На 5-й месяц он становится постоянно квалифицированным консультантом и, собственно, повышает свой и долевое участие, свой point баланс, и становится квалифицированным консультантом, что дает ему право на заработок со структуры. Да, на заработок со структуры. Так можно накапливать пакеты, в принципе, любым статусом, повышать свой point баланс, то, о чем мы говорили. И для того, чтобы не быть голословной, да, я все-таки хочу показать вам цифры. Итак, Black Diamond Ambassador. Я не знаю, возьму карандашик. Попробуем. Итак, Black Diamond Ambassador за 2013 год максимальный чек составил $5 184 933. Я считаю, что нормально. Минимальный, криво подчеркнула, минимальный это $2 595 000. Тоже неплохо. Да что ж я черкаю. Итак, смотрите, бесплатный фрисерфер, в принципе, ничего не зарабатывает. Пусть вас этот слайд не смущает. Бесплатный фрисерфер – это те партнеры, которые вдруг решили не платить IP, не оплачивать 59.95 и слетели до бесплатного фрисерфера. Но до того, как слететь, они зарабатывали какие-то деньги. Поэтому, собственно, вот эти цифры. Итак, ребята, я думаю, что все достаточно подробно я рассказала.
Поэтому этот бизнес – невероятная возможность для людей, умеющих считать и видеть перспективы. Это факт. Если вы мне покажете компанию, интернет-компанию, в которой люди работают более 5 лет и зарабатывают при этом деньги, и команды у них не разбегаются, я с удовольствием, наверное, возьму и этот бизнес тоже. Но, насколько я знаю, интернет-проекты, интернет-компании очень-очень быстро уходят с этого рынка. Да, сегодня очень быстро все меняется. Поэтому выбирайте бизнес Access. Именно здесь вы можете долго, регулярно зарабатывать очень хорошие деньги. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, их пишите, я вам на них отвечу. Хороший вопрос, Сережа. Деньги из компании вы можете вывести как минимум 2 способами, да, самыми популярными. Деньги из компании выводятся на карту. Это может быть ваша карта банковская, которую необходимо привязать будет, да, в кошельке. Либо это может быть карта, заказанная у компании. Могу сказать, что карта компании, на мой взгляд, приоритетнее. Вы можете обналичивать деньги с нее в любом банкомате без процентов. Также вы также совершенно свободно можете рассчитывать ее в магазине. Выводятся деньги минимально от 50 долларов на баланс. То есть как только на вашем балансе появилось 50 долларов, пожалуйста, вы можете выводить. Для инвесторов никаких плюсов нет. Никаких плюсов нет. Это не инвестиционная компания. Здесь огромный плюс, и Макс, давайте я, может, перефразирую ваш вопрос. Здесь огромные плюсы для людей, которым нужна реклама. Вот здесь колоссальная возможность. Первое. Вы получаете рекламу практически бесплатно, потому что все деньги, которые вы заплатили за рекламу, вернутся вам в виде распределения прибыли, да, ежедневного распределения прибыли. Пожалуйста, ставьте на 100% на вывод, возвращайте свои деньги и все. Дальше вы по распределению прибыли, конечно, ничего получать не будете, но у вас зато будет реклама на какое-то время. Для тех людей, которые хотят долгосрочную рекламу, да, они все-таки повышают свой план-баланс, получают рекламу неограниченно, качественную рекламу, и плюс продолжают зарабатывать деньги. Для инвесторов, к сожалению, никаких плюсов нет. Ну, я вижу, больше вопросов нет, поэтому, ребята, спасибо за ваше внимание. До следующей встречи. Ага, вот так. У нас в основном рекламный бизнес. У нас технологическая компания, которая предоставляет все инструменты для рекламы. Если, скажем, я, например, да, и как и многие участники, не владеют знаниями какими-то в области рекламы. Ну, не научили нас. Но мы владеем какими-то другими знаниями. И мы можем предлагать наш бизнес как рекламную возможность, наши инструменты и сервисы. Для тех людей, которые
понимают, что такое реклама в интернет, которые умеют ее делать, сделать ее правильно, но здесь вообще Клондайк, они этим занимаются профессионально, они продают эту рекламу и зарабатывают деньги. Поэтому тут, в принципе, бизнес продаж, но продаж рекламных услуг и сервисов. Спасибо, ребята, спасибо за ваше внимание. Все, до следующих встреч. До свидания.